Итак, короткий квиз. Какой из паков был мой и почему вы так думаете? Блять, вспомни бы, что было в том паке. В том паке было... Давай вспомним, что было в том паке, потому что я вообще не помню. Блядь. У меня все смешалось. Кони, люди, блядь. Суфле. Суфле. Да, медовуха была. Медовуха степи ветер. Была маленькая. Была вот эта вот как закваска. Да, сейчас как я хреновина. Тебе, блядь, показал. Хреновина, у тебя да, только хреновина. Есть. Я вот. С этого с Google диска, блядь, как я покажу? А я ж тебе ссылку скидал. Я знаю. Подожди, мне интересно. А у нас нету ты как хочешь, фотки? Подожди, ты как мой пак хочешь? Я его не выкладывал еще. Не выкладывал я 54-й, ни один. Ты что? Мы сейчас не рэкаем? Или ты хочешь не, сейчас оставь, показать, оставь, какое оставь. Пиво? Ты думаешь, они вспомнят? Они, думаю, видос хотели посмотреть, чтобы понять, что там нет. Был. Мы более-менее помним. Первое... Если есть фотка этого буклета... Смотри, первое буклета не было специально. Первое была моча. Нет, специально. Смотри, да, как корона. Если ты хочешь по тому, как мы их давали, то нет, первое, нет. Что было? Сидр. Первый был сухой сидр. Да, точно. Сухой Антоновские сидр. Яблоки покажи кислые. Угу. Был сухой сидр, нет. Была моча. Была хреновина. Моча это что? Как корона пива, как пиво Миллер. Лагерь типа какой-то. Да, странный. Помнишь, какой-то такой голубой. Нет, второй было не оно. Сейчас я в порядке, блядь, покажу. Пиздец. Я вот было первое. Вот. First Press. Первый так. Был сидр кислый. Дальше. Так. Медовуха. Степи ветер. Отлично. Третье было. Дюшес де Бургунь. Ага. Кисленькая. Это фламандский сидр, эль. Ну, эль. Четвертое было. Острая до невозможности. Эль Чапо, блядь. Томаточка. Так. Дальше было не это. Дальше был Кощей. Стаут, который должен был быть острый, но оказался не острый после вот этой хуйни. Да. И вот этот батин запах. А еще что было? Все, шесть. Все? Мне кажется, что, блядь... Бля, я бы сказал, что тот пак лучше только из-за медовухи. Медовуха? Здесь это медовуха. Острый пи... Нет, на самом деле тот пак лучше. Да. Но... Я понял. Так, но... Окей, лучше не лучше, как где но... мой? Я думаю, тот твой. Почему? Дюшес. Так, допустим. Я, кстати, тоже думаю, потому что его не часто должны пихать. Дюшес, Степи Ветер. Что там? Знаешь, блять, ты разнообразил еще лагером что-то, короче. Марава, ну. Я бы знаешь, что сказал? Для Вани, типа. Тот пак ты взял, именно тот пак твой, потому что там что-то есть для любителей всех. Там есть и хорошая медовуха, и хороший сидр для Перика, и темный стаут для Сани. Не тематический, да, и чешская вот эта моча, блядь, какая-то. Да, и что-то там еще вот было, я забыл опять. Я открою вам тайну, да, тот пак, конечно, был мой, но я его подбирал не так, чтобы он подошел всем. Я подбирал его так, чтобы да. Пиво, которое мне нравится. За да, последнее время и разное. За последнее время и вообще. Дюшес это топ-кек, который, это пиво, которое я обожаю. Я говорю, капельницу и все, и до свидания. Степи Ветер это была та хуйня, которая меня очень удивила. Именно паке, это или вообще? Именно это, но тогда была другой крепости. А-а-а. А что, а ее перестали такую крепкую делать. А стали... как они так сделали? Ну, дольше выдерживаешь, больше крепости. Ну, выдержка, то есть, да? Вот. Потом, ну, то есть я могу объяснить выбор каждого пива, понимаешь? То есть почему я выбрал потом... Велку чисто для того, чтобы было... Почему я сделал сухой сидр? Потому что мне нравится сухий сидр. Я хотел взять абонамат, но абонамат я, ну, в тех магазинах, где я был, ну, его не было, не подвернулся. Ты, я взял его. Тихо, тихо. У нас здесь создатель пака. Вот мы впервые имеем такую честь поговорить с ним лицом к лицу. И мы задаемся все одним вопросом. Ты мочу нахуя положил? Подожди. Не, братан, сейчас это я для дойду, того, чтобы, типа, я дойду до мочи. Почему Миша любит пиво? Дальше. Там почему разнообразие. Я взял, типа любит мочи попить. Почему камни, я взял разное пиво, разных сортов. Причем ты, сука, сказал, что тебе оно понравилось. Почему я взял Эль Чапо острое? Потому что я его взял в магазине, попил его дома, оно было остренькое. Но оно не было острое, и оно было вкусное. Я прям чувствовал все, что там есть, но я не умирал от остроты, как в прошлый раз. И я решил взять... Надо, вот его точно я беру. А что ел в тот день? Разливное было. Ничего, более приятное? Типа... Нет, я не на разлив, я тоже банку брал, домой приехал, попил. А это было хуже для тебя? И это супер острое было, блядь. Пиздец какой. Может быть, раз. Просто шанда какой-то. Почему я взял Кощея? Это был, как это, ну, типа, засланный казак, в том плане, что я его пил 2 или 3 раза, мне оно нравится. Но его стоило попить прежде этого, и тогда бы мы почувствовали. Сначала ты такой делаешь желоток, блядь, ну, обычный стал. Ну, ты делаешь второй, третий, такой... Бля, а чё остро-то?
что за хуйня? А, ну там, да, там острота была в конце. Это был подъеб. А потом бы уже должны были попить, но я что-то... расчувствовали, да. Я что-то сплоховал. А последнее, Велка Марав Золото Маккены. Однажды я взял его в магазине, там, где я покупаю паки. Я взял его на разлив, и это был шедевр просто. Мне кажется, на разлив оно лучше. Охуенно. Мне кажется, любой лагерь на разлив. А я скажу тебе, почему оно было охуенно. Потому что я кроме него в тот вечер больше ничего не пил. Если его попить первое, как тогда мы попили лагерь, оно бы зашло так же пиздато. Да. Но мы после вот этого ансамбля, дюшес, медовуха, бля, хуя-хуяк, и тут тебе в конце дают это, и ты такой... Чё, блядь? Это у тебя на днюхе, в смысле? Или когда в лагерь пили? Да, 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 мы пили, когда после дня рождения моего мы приехали еще добиваться сюда. Ну вот... Вот, и это вот... Да, вот. Разные сорта. Миша поэтому выбрал столько всего. Типа, он думал, что типа вот лагерь, вот сидр, вот порт. Вместо Кащея должно было быть самый лучший имперский стаут, по моему мнению, в мире. Но, сука, он стоил 820 рублей. Я сказал, не-не, за 250 Кащея возьму, пацаны, сори. Не сегодня. Блять. Там, где оно было по 480, я его больше... Я там не был. Вот, и я взял... Там, где я был, я решил, ну, стаут я возьму в любом случае. И вот взял этот стаут. Так шло так вот, да. Вы молодцы, что угадали. Аплодисменты. Но мы угадали только потому, что тот пак был лучше. Потому что там, понимаете, там было что-то типа на вкус странное, но все это было необычное. Если так вот вкупе вот сейчас посмотреть, все это было яркое, какое-то насыщенное, ну такое. Кроме мочи. Она, безусловно, мне нравится, потому что это, блядь, вкус детства. Но тем не менее. А здесь есть что-то нормальное, а есть прям, ну, полная хуета. И прям вот я просто был 100% уверен, что хуету ты не выберешь. Про паки, где... По паки, где есть New England IPA, блядь. Я сразу... Они все мыльные, блядь. Они же все какие-то странные. Как-нибудь соберу еще раз. Да не обязательно просто своди меня или купи мне нормальный, блядь, New England. Я тебе дам пиздатый New England, и ты скажешь, вот это нормас. Ну, вот, хуй наверное. Хуй ты обмахнет. Вот тебе пиздатый. Нет, ты скажи, закрой глаза. Да. Вот, и теперь для вас задание. В течение года каждый должен по паку собрать. По паку? А это надо им писать что-то? Нет, сам просто едешь. Вот, оставляет Ваня сейчас одну коробочку, собирает. Потом одну коробочку оставляешь, ты забираешь как-нибудь еще раз. Вань первый, потому что мне нужно больше времени. Так я не говорю, что это в течение года, чел. Просто. Да это тоже не обязательно, это я так говорю. Да не. Хочешь, собери, не хочешь, пошел нахуй. Тут у меня будет проблема. Идешь вот в этот и берешь те этикетки, которые тебе нравятся. Мы все равно не угадаем, понимаешь? Мы не будем знать. Мы привезем, я привезу пак, Люба сыграет в эти... Как они называются, в стаканчике, и мы больше ничего не узнаем, что откуда, блядь. Люба сидит, великий шуля, хуяк, из рукава еще банка дополнительная, хопа. Опа, заяц, блядь. Потом опа, Резинович, это не сюда, это другой раз. В общем, вот такой вот видос. Это самое. Всем пока.